Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать наш троллинг Майнкрафт. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за то, что вы ставите лайки под нашими сериями троллинга. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту рубрику. Поэтому, ребята, ставьте лайки прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий с троллингом. Чем больше лайк наберем, прям много-много-много, тем больше серий будет выходить. Погнали, Жильдон! Я согласен с тобой, Эдисон, и пойдем. Пошли, давай, быстро. Давай, пока. В общем, ребятушки, в чем будет заключаться мой троллинг в данной серии? Скоро лето. Ну как скоро? Почти через 2 месяца, но все же скоро. Надо готовиться к лету, надо качаться, надо жирок сбрасывать, да? Поэтому в данной серии я покажу Жеке, что с ним будет происходить летом, если он не начнет качаться, если он не начнет сбрасывать жир, потому что летом он даже сможет пойти не на тот же бассейн, пляж и другое, потому что ему будет стыдно. Поэтому, Женек, в этой серии мы тебя будем прокачивать, да? Если ты не захочешь, ну, значит, лето проведешь дома и будешь жалеть то, что не смог покупаться. Поэтому, ребята, я не буду вам показывать подробно, что у нас будет тут твориться. В принципе, весь сюжет я уже вам рассказал. Поэтому давайте мы потом посмотрим, как Жека сможет пройти мой троллинг. А сначала пойдем к нему на троллинг, пройдем его и вернемся сюда. Погнали. Ну что, Эдисон, ты готов? Ну что, я готов, да. Подожди, Эдисон. Слушай, ты в очередной раз у меня на троллинге отправляешься в Москву. Да, в очередной раз. В очередной раз ты отправляешься в Москву. Хочу, давай, можно? Я поеду даже вместе с тобой, но перед этим я тебе хочу дать записку. Это вот записка о нашем отеле, который мы забронировали, тебе нужно в него попасть. Город Москва, улица Пушкина, дом Колотушкина, 228. Хорошо, погнали, Жек. Заходи и заселяйся в отель, обязательно тебе это нужно. Вот, да, слушай, отель-то классный, да? Что за элитный отель-то такой, Жека? Офигеть. Смотри, он прямо такой-то мраморным, тут-то было. Просто офигеть, а что в машинках есть, мне интересно, может что-то в машинках есть? А, может, ты что, вор, что ли, ты будешь воровать из чужих машин? Да, если они открыты, что, они сами как бы виноваты, то что стали. А ты, может, книжку по это получше прочитаешь? Я читал уже как бы. Карточка двери спрятана в колодце. Что-то мне кажется, конечно, то что... В колодце, да? Где тут колодец? Да, в колодце. Ну, может быть, там где-то вот сзади тебя. Я знаю, что сейчас будет, но я не могу сдержаться. Прямо знал. Это традиция уже. Может быть, где-то вот здесь вот? А почему колодец возле Феррари стоит? А это не колодец, это бункер какой-то. Да нет, это колодец. Просто колодец. Обычная канализация. Мне кажется, немножко странно, что... Слушайте, не напрягаешь, что вообще карточка от отеля спрятана в колодце? Да, вот реально, что-то прям странное. А почему? А что? Ой, нет, не хочу падать. Давай я тебя подтолкну, давай. Спасибо. Опа. Фу, какашки везде. Ой, твою мать! Это же бомбяк! Это бомбяк! Спускайте собак! Жека, собак, ладно, если вылазить, я тебя спасу. Ой, Жека, алло. Я не могу вылезти, я застрял в блоках. Это бомбяк! Хватит! Так, давай. Нету тут, да, карточки? Да, видимо нет. Ты поищи внимательнее, а может, нет. Карточка как бы лежит в канализации где-то должна быть, ты поищи. Чё, издеваешься? Где-то должна быть. Может, где-то здесь? Я сейчас упаду, не хочу. Ты посмотри повнимательнее, посмотри. О, что-то есть, да? Ай! Ладно, проще вот так. Ладно, хорошо. Проще вот так. Ты используешь магию телепортации. Да. Так, всё. Давай. Отель. Так. Что-то не подходит, да, карточка? Жека, пошёл в сраку, ладно. Что-то не подходит, смотри. Подожди, адрес-то тот же, да, тут и сравнил. Да, улица Пушкина, дом Колотушкина, да, 28, тот же. Блин, ну походу это где-то... Вроде бы вход, видимо, с другой стороны, может, и всё. Ай, заколебался, это... Вот, да. Да, давай. Ну, возможно, с этой, я не знаю. О, тут что, бомжурчики? Видимо, да, бомжурчики. Ой, бомжурчики! Ты смотри, они агрессивные, наверное! Ты попробуй, может, их кокнуть сможешь. Ну, так, отель. Это отель, да, как я понял? Ты подожди, Эдисон, объясни просто, я, мне кажется, уже понял, в чем прикол.
Я объясню. Мы один раз с Радесом приехали в Москву, забронировали какой-то очень дешевый отель, но он был подозрительно в хорошем месте. Да, и он на картинках прям был офигеть, такое здоровенное здание. Мы, короче, зашли в него, да, и там охранник сидел на входе, да? Да, да. Даже тут нет никакого отеля, вот там в подвале какой-то отель. Не, вот там на улице есть отель. Я такой, а чё вы говорите, типа? А он такой, типа, ну, пойдете сами посмотрите, что это за отель, да, и мы реально подошли. Там такой подвальчик, и на подвале написано отель, то есть отель. Да, прям мелком написано, и в этом отеле творятся очень страшные вещи, но как бы, да, заходите, другого варианта у тебя нет. Жека, не хочу в отель идти. Давай, отель очень клевый. Это не тот отель. Ну ладно, если ты со мной идешь, то пошли, давай. Похоже, да, сейчас? Да, похоже. Ибрагим. Так, записка. Комната 69. Опа. Да, ты возьми карточку. Так, заходи в лифт, заходи. Опа. Опа! Фига, ты сразу кнопочку сразу угадал. Ничего ты... Да? Да. Ой, так, комната 66. Не подходит. 67, 69, 60. О-о-о! А там, Жека, там комната поменьше была. Там намного. Ну, там, там, вот там тут. Не было, Жек, вот смотри, вот тут уже блоки качались, вот смотри, вот тут уже блоки качались. И тут просто кровать на всю комнату. И ты заходишь, сразу упираешься в кровать. Мне кажется, тебе нужно проверить, что там в туалете. Потому что как бы, ну пока что вроде нормально, да, ты какой-то. Ну такой себе. Просто посмотри, что в туалете, может. В туалете. В туалете просто туалет и чё? Ну ты посиди, покакай, может, не знаю, может, тебе брать. Ты покакай. Покакать? Ладно. А ты в смысле, ты со мной тут не хочу какакать, когда ты возле меня стоишь? Ну ладно, тогда выходи из туалета. Вообще офигел. Так, ой, да что такое? Что происходит? Это еще пурчики на пол. Эдисон, ищи выход, ищи ошибки. Ищи ошибки. Как я дойду, я сейчас грохну, Джека. Эдисон, иди. Хачапурчики. Какой выход? Какой накрыт выход? Нету никакого выхода. Ты бы хотя бы мне бройку дал какую-то, алло. Не-не-не-не-не. Ищи ошибки. Ищи ошибки. А чё там? Подожди. Где-то здесь, Эдисон. Я тебе даю подсказочку. А чё так много хачапурчиков пришло? Так это же татарский как бы этот... Какой-то... Где? Где-то здесь, Эдисон, давай. Заходи. Вставай, быстрее. Давай. Эдисон, какая татарка? Эдисон, беги отсюда! Чё там играет, я чё-то нихрена не слышу, я только слышу дын. Татарка пришла! Татарка, вали, Эдисон! Ты ещё, татарка! Взорви! У меня это фигня, подожди. Татарок, взорви отель. Татарка, взорви его. Татарка. Алтын, я сейчас тебе покажу, Алтын. Давай, Эдисон, к черту. Сейчас я вернусь. Сейчас, Жека, ты где, Жека, подожди. Давай. Сейчас я тебе покажу. Да твою-то мать. Ну ты как-то не так же. Убей эту татарку. Сейчас я тебе. Взорви к черту матери этот отель. Сейчас я тебе Алтын покажу. Давай, перезаряжайся. Я вернусь. Давай. Сейчас возвращение терминатора. Сейчас. Ой, ну, мне кажется, что ты так уже надевал. Нет, я хочу, чтобы прям никто тут не жил. Ладно, ты пока тут расправляйся, типа, я буду поговорить по троллям. Все, мне кажется. Мне хватит, я немного тут твою карту погромлю, ты не против, Жека? Да, ты как хочешь, да. Ой, алло, в принципе, обычный твой будний день. Ты возвращаешься домой с учебы, да, сейчас будем видосики записывать, пошли. На качельке. Качельки нету, это обман какой-то. Как в смысле нету? Это параллельная реальность, поэтому пошли, Жека. Жека, ты очень проголодался, прям жри все, как обычно. Давай. Я могу прям жрать, да? Да. Прямо так мы прям жрать. Давай, жри, Жека, да, ты очень любишь жрать. Еще вот тут супчик. Тут кока-кола где-то есть, вот смотри, тут кока-кола есть. Мне вот это больше нравится. Спрайт с помидорами тут где-то есть. Спрайт с помидорами, вот тут. Вот фанта. Синяя фанта. Нормально. Да, все, Жек, нажрался.
Да, ты перед записью видосика можешь немного полежать. Полежать в скобках это... Подожди, кока-колу не пожаловал сейчас. Да, все попил, все попил. Жека, мне кажется, можно немного отдохнуть. Давай, 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 Жека, давай, отдыхай, отдыхай. Сейчас, подожди. О, отдыхай. Да. Ой, хорошо, так. Вот, вот, Жек, вот проблемка. Есть одна проблемка, да? То что. Да, вот проблема? Скоро уже лето, да? А да, ты жрешь да. Все подряд, жрешь, пьешь да, спрайт с помидорами, ты пьешь кока-колу, фанту, жрешь все подряд, жрешь, жрешь. Ой, я даже очень худенький. Ой, вот смотри, какой ты, смотри, ой, как... Ой, я очень худенький мальчик. Смотри, как нравится? Он быстро растолстел. Жека, нельзя так, нельзя. Но, как уже, скоро лето, поэтому, Жека... Сам сейчас испытаешь на себе, что такое быть толстым. Нельзя так. Давай, Жека, в гардеробную свою, давай. Бери полотенце, бери плавки и пошли в бассейн. Я хочу похудеть, я не хочу быть толстым. Ну, а не надо столько жрать, Жека, не надо столько жрать. Я не буду надевать плавки. Давай, давай, полотенце бери и пошли на пляж. Давай, давай, давай. Пошли. Ой, я стесняюсь, я толстая. Да, меня да, юбка да. Не налазит. Да нет, не юбка, не юбка, это полотенце, прикрой, да стыд. Да не налазит оно полотенце. Конечно, не лазит, толстый. Ищи карточку в комнате. А тут, смотри, смотри, Жека, смотри, тут еще конфетки есть у тебя. Ты забыл конфетки пожрать. Я не буду конфетки. Ну одну. Да хватит меня соблазнять. Ну одну. Ну одна конфетка не сделает тебя толще, нет. Жека. Нет. Думаю. Я буду худенький и красивенький. Ищи карточку тут себе. Да я ищу, ничего нету. А, нашел, вот. Все, пошли, нашел. Пошли. Ну и по полотенце не налазит. Да вот все, главное стыд свой прикрой. А почему у меня хлеб в груди? Где? Хлеб в груди. Хлеб, не знаю. Давай, Жека, давай. Ой, давай. Ладно, выходи. Цыпочки. Смотри, какие цыпочки. Короче, Жека, тебе нужно найти место, чтобы где-то присесть. Но тебе нужно, конечно, как обычно, разрешение спрашивать. Нельзя просто так приходить и присаживаться. Давай, спроси тут. У девочек можно. Да, мадам, вы посмотрите на мою сладкую попку. Можно к вам присесть? Ты поговори с ними, Жека, что они тебе ответят. Она говорит, уходи. Уходи противно. Ну, мадамочка, посмотрите на мою попку. Да, ты извращуга, спроси, может она тебе разрешит? Фу, страшно. Я же страшный, я вообще-то качок. Да, качок. Да. Ой, какой толстый. Ты в жопу. А ну, хачапурщиков спроси, может мне разрешать тебе присесть? Ай! Ах ты ж собака, да? Не. А ну. Пацаны, Не, Жека, не. Тогда бомбочку, Жек. Давай бомбочку, Жек. Бомбочку, ой, сейчас я такую бомбочку. Давай. Жека, ну так, мне кажется, не остается выбора, как сесть возле бомжа. Только мне кажется, тут и он даже тут место занял. Поэтому надо его как-то задобрить, Жека. Не, он не разрешает тебе садиться. Я ему поесть могу дать. Не, мне кажется, для бомжа поесть такое. Ему нужно похмелиться немного. Похмелиться на да, тебе. Не та бутылочка. Ему нужен пиво Андрей, Жека. Пиво Андрей? Сейчас пиво Андрей. Надо найти пиво Андрей. Жека, давай быстро, а то скоро уже так, ночь. Я ищу. Надо еще успеть покупаться, мадамочка, позагорать. Нет масла у вас, мадамочки. Мадамочка, нету. Надо еще позагорать жир свой, чтобы загорел твой. Да. Давай, Жека, ищи. Так, а где? Я не вижу. У меня толстые пальцы, не попадают по кому-то. Да, ну я понимаю, конечно, я понимаю, Жек. Ищи пиво Андрей, скоро. Я давай, быстро. Я конечно, ну, да. Ну, понятно, потому что ты пехаешься. Давай. Ох ты, ё-моё, жир-то прям растрясается. Да, Давай. Молодец. Так, мне кажется, это обман какой-то. Что-то не открывается. Да. Я не хочу убирать! Ну, Жека, ну попробуй еще раз. А ты же собака, так нельзя. В смысле ты нельзя? Ты меня убил. Да нет, просто такой жирный, то что влог по тобой разбавил. Я колонбой поставил в мужчине. Дебил. О, Жек, ты заколебал. Так подожди, я толстый, не могу справиться с такими сложными действиями. Давай. Тут ничего нет. Давай. Ага, вот блок ты убрал, да, все понятно. Все равно тут ничего нет. Угу. Знаешь, мне кажется, где-то тут есть один такой невидимый блок, куда надо прыгнуть. Да, вот здесь? Да. Ага! А, Жека, ты прям толстый, не можешь допрыгнуть, я не могу справиться с таким прыжком. Это, значит, явно не для меня. Давай, Жека. Что ты надеваешься? А где?
Я потерял. Вот он. Опа. Я тебе помогу, даже я тебе помогу. Я так не могу запрыгнуть. Ну, помогите. Ну все, подыхаю опять, Жека. Да я тебе живой сломал! А, ну все, как бы сейчас ты дальше уже не пройдешь, Жека. Ну ладно, я тебе немного упрощу задание. Я слишком толстый. Я тебе упрощу задание, давай. Ура! А тут слишком толстый, реально никогда не пройдешь его. Давай, ищи дальше блок. Ты какой? Ничего не видишь. Еще один невидимый блок. Давай, ищи. Ага. Еще один надо найти. Ага. Давай, давай. Давай, да. Мне кажется, карточка где-то тут должна быть. Нюх, активируй нюх. Молодец. А, пивандри! Пивандри, нашел пивандри! Давай, быстро к бомжу! Че, мне умирать что ли? Ну да. Давай, Жека, быстро. Давай. Ну, мой качок просто. Качок, да. Широкая кость у тебя просто, накачанная. Давай, пивандри. На тебе еще шампуньского. Все, отлично. Ну все, мне кажется, он разрешает тебе. Поэтому можешь присаживаться на лавочку, Жека, и загорать себе. Сзади бомжа. Мне кажется, сейчас лавочка сломается. О, ну все. Жизнь удалась, да, Жека? Да. Только мне кажется, как-то и так все очень плохо, Жека. Вот тебя устраивает такая жизнь, тусоваться с бомжами. Устраивает? Мне кажется, это очень плохо, Жека, нельзя. Вот прикинь, если бы ты тут сидел возле чекули, вот эти, загорал бы так, потому что ты был накачанный, вот смотри, вот так бы лежал, тебе спинку натирало, да? А так возле бомжа, вот смотри, ты ему спинку сейчас натираешь. Мне не нравится, что у меня платье не налазит, а так нормально. Это не платье, ты писюндрей свой прикрываешь. Полотенце, да, он даже не закрывает. Жека, тебя все устраивает? Нет, я хочу похудеть! Хочешь похудеть? Точно хочешь похудеть? Хочу. А зачем? Скажи, зачем? Чтоб ты был котяну. Ну, давай, чтобы давай. Тусить с хачапурчиками. Хачапурчиками. А еще. И тёлки любят качков, наверное. Да тёлки такое. А, ну хоть хачапурчики, а ну иди, может они тебя уже простили. Не. Сдохни, падла. Ну тут смотри, ладно, Жека, ладно. Я толстый, но не слабый. Я толстый. Майнкрафтер, шедупристый. Отсылочка. Ладно, Жека, ты готов? Ты готов похудеть? Вот прям... Да! Твой день настал, чтобы похудеть. Сейчас подожди, скамаю. Ну, в смысле, хотя фруктики это полезно. Да, еще хлебушек. Да, мне никакого хлеба. Хлебушек нет. Ну ладно, Жек, ты готов? Давай. Спортзал. Готов? Да, давай, Жек. Да. Давай, качайся, давай. Давай, опа, давай, Жека. Опа, давай. Я покачался. Жека, давай. Давай. Откройте мне дверь. Тук-тук. Джек, тебе надо пройти. Давай быстро. Перепрыгни. Последнюю твою проблему, давай. Молодец, Жек, вот. Ну что, Жека, ты готов похудеть? Нужно взять полотенце, подожди, держи. Да, я держу. Жека, ты готов? Да. Давай. Давай, худей, Жека, давай. Худей. Давай, бегай. Давай. Гирю поднимай, гирю на тренажере, да? Давай, Жека, давай. Давай. Тренься, давай. Я тебе. Больше веса. Давай. Так, нормально. Давай, поднимай. Так, побегать. Еще побегать. Давай, Жека, давай. Бегай. Худей. Чувствуешь, Жека? Что-то чувствую, подожди. А ну. Поприседать, поджиматься. Давай, быстро. Давай, Жека, давай. Нормально. Худею, слушай, худею на глазах, худею. Водички попей, Жека. Худею. Водички попей. Водички. Я пью. Попил? А ну, полотенце налазит сейчас. Сейчас попробую, подожди. Да, давай. Жека. Четко. Жека, ты прям молодец. Я хочу тебя поздравить. Ты прям. Ну да. Но это, конечно, Жека, конечно, это все не все. За один день так просто не худеют, ты это понимаешь, да? То еще неделька, вторая где-то нужна, и потом к лету ты успеешь подкачаться. И все хачапурчики будут твои. Вот ради хачапурчиков я готов. Поэтому, Жека, будешь каждый день ходить. Обещаешь. Да. Чтоб не быть жирным. Да, каждый день. Ну все, ладно, Жека. Ну, можно возвращаться домой, да? Пошли. Ты устал, проголодался, но жрать нельзя, да. Поэтому надо идти сразу спать. А ты чё, мамандюша не сказал то, что ты на диете и то, что ты тренишься? Тихо. Жека, не, подожди. Я понимаю, мама твоя ошиблась, но тебе нельзя жрать, нельзя. Ты на диете, Жека. Я же не могу огорчать маму. Ну, в смысле? Так ты на диете скажи маме то, что ты не можешь хавать, как бы. Ну, мама так старалась готовила. Я кусочек откушу. Ну, Жека, кусочек, вот не больше, кусочек. Угу. Ну, ладно, кусочек. Нет, все, не,
Ооо, опять это все же. Жека, ты опять жирный! Ты опять жирный! Это для тебя кусочек, да? Это кусочек для тебя. Да маленький за кусочек съем, что ты меня обрисовал? Жека, я хотел тебе помочь! Чувачок? Да, да, прикольно. Ты еще давай сказал, Елика, кока-колу возьми, еще давай колу выпей, там 5 литров. Кока-кола есть? Да. Нормально. Ой, Жека, Микаца, летом ты будешь капут таким страшным, никто с тобой дружить не захочет, и тем более купаться в одном бассейне и на пляже. Потому что ты слишком... Нормально, нормально. Что-то спать, да? Мыться. Помойся, вонючий, после тренировки, ну... Столько сожрал, сейчас пучить, конечно, будет, Жека, прям в жопа. Ладно, 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 Жека, ты как хочешь, ты будь тут толстым. А мы с ребятами, наверное, подкачаемся немного следом, да, к лету, чтобы не быть такими толстыми, как Жиньдос нас. Да, Жиньдос? Так, вообще-то. Жиньдос, вообще-то кто? Кто? Я хочу, смотрите, я хочу. Да, да, широкая накачанная кость просто. Мы просто широкая кость. Широкая кость, я, в принципе, так и понял. Ой, ладно, Жека не учится на своих ошибках, пускай. Будешь жирненьким, жирненьким будешь. Блин, ты какой-то такой дрыщ, я такой, ага. Все жирные горят, то, что не накачанные, да? Ну, ладно, ладно. Ребят, мы, наверное, это будем заканчивать, да? Ну да, да. Смотри, да, смотри, да. Сколько у него хавчика в кармане. Это просто офигеть. Ладно, ребят, ставьте огромный палец вверх, чтобы Жека похудел к лету, да? И чтобы выходило больше серий троллинга. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Да. О, ребята, вы его не слушаете, вы жрите побольше, чтобы быть такими же качками, как я. Вот смотрите, ого, да, я так вот, могу. Да, 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 да. Мне кажется, ребята, нужно серию заканчивать как можно быстрее, потому что Жека проголодался уже в реальной жизни, поэтому он сейчас побежит жрать, а мы заканчиваем. Спасибо большое вам за просмотр. Всем удачи, ребята. И всем пока. Покедова.